Есть нюансы по замене третьей свечи, которая стоит вон там вот. Если брать короткую голову, вот, то у нас проблема с нехваткой длины головы. Вот она абсолютно везде мешает. Если брать переходник для головы, то у нас при, чтобы добраться до нашей свечи, нам мешает резонатор. Его придется вместе с воздухоотводом, вместе воздушным фильтром откручивать, чтобы добраться до свечи. Так что мы отворачиваем раз винт, болт, два болт, три болт на 10. Смещаем его в сторону и добираемся до нашей свечи. Ну вот даже можно не отключать датчик, можно не отключать патрубки. Вот просто уложить его спереди таким образом. И тогда мы получаем доступ к нашей третьей свечи, и нам ни резонатор ничего не мешает.